Доброе утро! Сегодня 22 марта 2019 года, и мы в этот прекрасный солнечный день отправляемся в горы. Будем посещать пещерный монастырь Савы Священного, пещерный город Челкер-Мармара. Посетим поляны с нашими цветущими цветами сон-травой. Это наш такой крымский мохнатый тюльпан, как его иногда называют. И посетим каньон. Римский каньон, который находится на речке Узунжа. Итак, в путь, друзья! Как впечатление? Впечатление необыкновенное. Вся долина как на ладони, и вот так вот кромка гор перед нами тянется до самого, кажется, горизонта. Да, погода нас сегодня, конечно, не балует, но тем не менее вот так хорошо прошлись по святым местам. Здесь их наплата целые поляны, вот кто-то камушками так обложил, сделал клумбочку типа. Вот так вот полностью все усеяно сон-травой. Пушистики по-другому, или называют их еще пушистыми тюльпанами крымскими. Сделать снимки на память нужно постараться. Можете лечь. Лечь? Да. Так, я хочу цветы поснимать. Могу лечь? Да. Полоборота. Нет, полоборота. Полоборота. Катай меня, большая черепаха. То он проверил, живой или нет. С хозяином он такой примостился, позирует. Да, но цветов здесь реально не тысячи, а миллионы, миллиарды. Прямо весь склон всего предгорья усеян сон травой. Кого наша жизнь получит? Алкаша! Алкаша! Сейчас он заплачет. Нормально получилось. Давай, еще. Здесь прямо под нами здесь находятся огромные гроты. Мне подсказывает, что это на дольмен похоже. Ничего себе. Да такие толстостенные такой. Точно дольмен? Я даже не догадывался о том, что здесь может быть такое. Хотя как-то я здесь проходил. Собаки злые. В глазах помогите. Здесь вот прямо целые поляны пролисков и подснежников. Везде что-то цветет, вот примулы. И вот лесной тропой мы выходим все ближе и ближе к перевалу. Будем спускаться в сторону Терновки. Все как на ладони здесь видно. Теперь скалы уже над нами. Вот нашли коралловый риф, прямо такие вот большие. Видно вот остатки окаменелых кораллов вроде.
Вот мы сделали вот такой вот круг, возвращаемся, монастырь опять над нами. Плюс настраивается погода, как бы выходит, начинает выходить солнышко, настраивается погода. Эх, красота, конечно, с солнцем это все абсолютно по-другому смотрится, абсолютно по-другому. Остатки социалистического строительства. Это река Черная. И что, нельзя здесь руки мыть? Можно, конечно. И целые поляны фиалок на берегу реки Черной. Лютики. Ну так вот после сильного ветра деревья прям огромнейшие деревья лежат через реку. И при том во многих местах вот такие перекаты прямо образуют. Ну, с солнцем все-таки круче, все видно, видно, какие и скалы, и речка внизу, все прекрасно видно. Вот так выглядит серпантин этой горной дороги. Ну, вот опять-таки снимаю против солнца, поэтому не вижу, что снимаю. Но ракурсы выбирать здесь не приходится. Правый борт каньона с такими вот, ну, просто глобализм. Надпись на машине. Не открывать там теща. Бухта Ласпи, такая вот красота прямо над головой, возвышаются огромные-огромные скалы. Кстати, это скала Краб, так выглядит снизу.